Как выбрать бриллианты и как бы вы для себя его выбирали? Прежде всего, я посмотрела бы на оптимальное соотношение цвета и дефектности этого камня. Ну и, конечно, если это какая-то памятная вещь, я бы взяла бриллиант, ну, покрупнее, хотя бы больше, чем 0,30 карат. Разные камни, даже при одном весе, могут иметь совершенно разную цену. Оценка бриллиантов, она включает в себя очень много разных показателей, так называемых характеристик бриллианта. А характеристиками бриллианта считается, прежде всего, это вес в каратах. Второе, это у нас с вами прозрачность камня или отсутствие дефектов внутренних и внешних. Третье у нас с вами окраска бриллианта. И четвертое, качество его обработки. Но некоторые различаются, цена в два раза. Вот посмотрите, где самое дорогое кольцо. Давайте мы с вами научимся читать бирку, научимся читать сертификат на бриллиант. Первое, что у нас с вами идет на любой бирке, это будет у нас стоять вес. Если здесь у нас с вами написано 0,50, это значит камень, который у нас имеет вес 0,5 карата. Следующий у нас с вами указатель бирки, который позволяет оценить качество бриллианта и, соответственным образом, его оправданную цену. 2. 2 – это очень хорошая характеристика. Я бы сказала, что это даже очень высокая характеристика. То есть это у нас практически идеальный бесцветный камень. И если мы будем на него смотреть, как определяют камни в гемологических лабораториях при дневном свете, на листе совершенно белой бумаги, то это будет совершенно бесцветный камень. Вот вы, вас бриллианты интересуют? Меня нет. А вашу девушку? Девушку, да. Как профессору по маркетингу интересно, что она вам говорила? Ну, просто интересно. Нравится девушке. Ну, она вот придет, например, вы решите ей подарить бриллиант. Ну, у вас будет примерно там сколько-то денег. Ну, условно говоря, 100 тысяч. Но ведь за 100 тысяч можно выбрать разные. Есть, например, они практически одинаковые. И вот 100 тысяч вроде бы... И не знаешь, какой за 100 тысяч, такой или такой выбрать. А почему они различаются? Из-за каратов, наверное. Бриллианты – это прежде всего объяснение в любви. Даже то, что вы пришли, это уже объяснение в любви. И в чистой любви. Вот это вот, покажите. Это кольцо «Наш хит». Здесь один бриллиант 0,05 карат. 10 суток почти что как этот, за 19, какие, да? Какие размеры есть такого кольца? Давайте возьмем. Оформим, да? Угу. Хорошо. Проходите, пожалуйста, вставляйте, прикладывайте карту. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.